Привет, друг, с вами Демотярик Скул, и сегодня будет от нас воркаут-игра минус 5 среди детей. Так что пока я рассказываю правила, вы проверьте свою подписку и нажатый колокол. А мы начинаем. Посовещались, выбрали ваше лучшее выступление, и вот, в любом случае, расстраиваться запрещено. Понятно, как бы грустно не было, поэтому я понимаю, что каждый настроен на победу, но как бывает всякое, короче. Я проиграл тоже не раз, пацаны тоже не раз проиграли, надо уметь принимать поражение. Это первый момент. Я сейчас называю тех, кто прошел дальше. Это 5 человек. Понравились мне выступления, в принципе, все, там были нюансы, кто вот здесь спрыгивал, но это как бы дело поправимое, вот, можно будет исправить. Прошли первый. Это. Дамир. Первый прошел. Дамир, можешь сюда выдохнуть, пройти. Второй прошел. Ваня, поздравляю. Вот. Выбирали чисто по выступлениям, если что. То есть, кто как показал себя. Третий. Лев. Поздравляю, прошел. Четвертый. Атлет. Это я. Поздравляю. И пятый, последний. Я сейчас понимаю, что каждый надеется, что это он. Но в любом случае не расстраивайтесь. Для каждого у меня сегодня есть приз. Пятый сегодня. Это Арсений. Поздравляю, Арсений. Проходи. Победитель с конца. Поздравляю. Забирайте. Чтобы вам не было грустно, много вам эндорфинов в пачку. Нельзя пока. А, тебе тоже нельзя. Ты же не проиграл? Забирай папку. Ты сам молодец. Серега, держи. Кто еще проиграл? Илюха, держи. Тимоха, ты знаешь, что с этим делать. Это маме отдаешь. Все, давай. Молодцы. За то, что пришли, за то, что постарались. Все, вы сейчас здесь остаетесь или уходите? Те, кто уходят, давайте я вам даю минут 5, чтобы выйти. И мы продолжаем. Так, в общем, я забыл про правила рассказать. Правила у нас будут как в минус 5. Слышим? Вот. Как в минус 5. То есть у них будут вместо одной только 2 попытки, чтобы показать, и 3 попытки, чтобы повторить. Это первый момент. Элементы можно показывать хоть где. До 3 элементов связки. Вот, как только первый показал, второй повторяет, третий повторяет до минус 5. А? Обязательно 3 элемента. Не обязательно, хоть один, без разницы. Вот. Действуем следующим моментом, потому что от того, как вы сядете и по какому порядку будете идти, зависит, проиграете вы или нет, короче, тоже. Это есть момент. Поэтому мы сейчас вот берем, делаем жеребьевку. Я сейчас... Но! Каждый подходит ко мне. Вот, давай, Ваня, первый. Закрой глаза. Все, подходишь, присядь, выбери одну бумажку спереди. Одну, любую. Все, это твой номер. Ты последний, значит, будешь. Следующий. Лево, давай. Все, давай, закрой глаза. Какой номер? Второй, ты второй. Молодец. Дамир, давай. Лапа стену не врезался. Четвертый. Поздравляю. Я, давай. Денич, доверил судьбу. Доверился судьбе. Первый. Поздравляю. Первым это быть зачетно. Да. Ванга, мангуй. Молодец. Так, все. Мы сейчас, получается, присаживаемся с ребятами вот сюда. Вы готовы? Да.
Все, можете бумажки брать хоть куда, мы начинаем. Янчес первый. Склепка. Оли. Импульс. Стоп. Есть. Это очень мощная связка. Мне надо, знаешь, что о тебе узнать? Оли. Получается, в сет надо, да, потому что для импульса. Так что поехали, Глебыч. Все, склепка, да? Ну, это щи. Па. Так, ну давай. Я тебе строку с обеих сторон. Нет. Ну, почти. Я вообще не пустил. Так. Нет, назад повело. Ну, вот такова жизнь. Минус один. Ничего страшного, это всего лишь минус один. Такие моменты нужно снимать. У Сенича больше силовухи, и поэтому конкретно со склепкой уже начнутся проблемы. Давай, поехали. Просто рывок попозже и на прямые руки иди, хорошо? Давай. Да, и кисти тут. Так-то неплохо. Хотя бы склепку затащить. Будет уже почетно. Давай. Нет, тяжело. Нет, это выход на три. Ну ладно, смотри, либо последнюю попытку используй, либо садись. Как хочешь. Так, у нас еще одно есть главное правило. Как бы грустно не было, но если, допустим, Сеня не выполнил склепку, то есть она его минусанула, мы не можем повторять этот элемент больше. То есть склепку уже больше нельзя будет вам повторять. Олли, соответственно, тоже, как минимум, Глеба минусанула Олли. Такое вот, именно в сет. Поняли? Все, далее. Так что те элементы, которые минусуют, их повторять нельзя. Лишь сильный. Вот такой сейчас хватит. Просто прогиб плеча. Пам. Есть. Олли надо все. Отмолись, поэтому вперед, пожалуйста. Давай. Сейчас отдохни маленько, потому что одна попытка осталась. Смотри, Дамир. Короче, тебе надо просто попытаться вот на вот эти места. Прям вот здесь. На середину бедра. Прям все. Поэтому вперед наклонись маленько. Если поведет на падение, я тебя поймаю. А, склепка не пошла, да, нет, она не вышла. Ну хотя бы, Оля, попробуй, давай, хотя бы. Раз, два, три. А так, ну-ка, давай просто интересно, давай. Раз, два, три. А, вот тут было бы капец, как обидно на самом деле. Дима, аккумулятор надо поменять. Сейчас поменяю скорость. Давай, давай, я тебе страхую. Давай, тащи, не боись. Вытащишь. Два. Три. Не-не-не, не боись, ты его умеешь. Я тебя в любом случае выдержу, если куда бы не повело. Раз. Два. Нет, прыгни пока, спрыгни. Ты через ту сторону делал. Легко. Давай. Смотри, если надо, могу с той стороны держать, где хочешь. По-моему, там тебе удобнее делать. Раз. Два. Три. Так, вот соли разобрались, теперь только осталось его в сет сделать. То есть наклонись вперед, попытайся прям в эти места ударить, хорошо? Давай. Я тебя в любом случае поймаю. Сань, Макс. Так. Качаем. Раз. Два. Три. Ай, капли не хватило. Был очень близок, но в итоге все-таки минус один у всех. Ян, как тебе это удается? Покажи Яна. Янчес, ты что творишь? Жесткий тип. Сейчас, как тебя зовут? Ян. А, сколько тебе лет? 8. Сколько лет занимаешься воркаутом? Недели 2. Что? Что ты меня обманываешь? Беру. Так, а какой любимый элемент? Импульс. Импульса. Какой элемент научиться бы хотел? 360. Чем это не настолько важно. Снимаешь? Так, Глеба, подъем. А, все, подъем, давай. Элементы, если что, считаем все абсолютно. Так, драгон, ну в такой форме, в общем, надо сделать. Далее. Да. Далее. Окей, окей. Сейчас раз снимай.
В общем, что было? Подъем с переворотом. Драгон, ну, не в самом лучшем виде, но он есть. Вот, и получается, закончилось это все хлопком. Опять же, не самым идеальным. Соответственно, вам надо сделать в такой же форме, либо лучше. То есть было что-то подобное, то есть по ноге и взялся. Но вылет был достаточен. Так что поехали. Так, подъем с переворотом. Все. Давай на драгон ползем. Так. Хват поменять, да. Все, надо фиксануть хотя бы хоть как-то. Держи. Так, ну что-то. Ну давай с хлопком. Если хлопок сделаешь лучше, как минимум, чем блеск, то там посмотрим. Нет. Нет. Минус один у Яна, что поделать? Вот и до Яна добралась. Глеба, а был? Хлопка. Сеня, как минимум покажи начало. Давай. Поехали. Штангу, вот сюда быстро, да. Прям пытайся в нее врезаться и задержаться. Очень странно. Ну давай, ладно, попробуй дальше хлопок, попытайся. Просто, да куда сможешь? Ты рано не отпускай, в замок себя тащи наверх. Я на всякий случай подвину. Ну вот видишь, то есть в какой-то степени было реально, да? Давай. Ставь лайк, если хочешь вот этих молодых атлетов видеть чаще. Они очень стараются. И пиши в комментариях, за кого болеть. Ай, Тамир, давай, держи ноги вместе. Дальше, давай на хлопок. В принципе, ну, плюс-минус, как у тебя, только это. Минус другой, в другом был. Вылетай повыше. Давай, добей, попытайся. Вот Дамир очень легко бы взял. Вот, на масштабный. Да, давай, допустим, Ванёк пока пускай делает, и вы вот делайте по очереди. Потому что как раз один отдыхает, второй может использовать свою попытку. Ванёк! Это уже какая-то работа, что ли? Да. У тебя, да. Смотри, ныряй. Плечом упрись, плечом упрись. Да. Не, Ванёк, прыг. Давай. Проныривай хорошо прям, потому что это последняя попытка, давай. Не. Не, Ванёк, не в ту степь пошел на самом деле, вот реально. Садись, давай сейчас объясню. Короче, Вань, ты зачем ноги скинул? Тебе надо было с прямыми ногами просто пронырнуть и подержаться чуть-чуть, а потом поопуститься, а ты, получается, ноги скинул, все, там уже ничего не делать. Это как, это безвыходная ситуация. Как будто на тебя Хабиб лег, там безвыходная ситуация. Саня, ты что, бессмертный, что ли? Вода. Это обычно не было воды. Как тебя зовут? Глеб. Сколько тебе лет? 10. Как давно занимаешься? 1 год. Так, а какой любимый элемент? Ну, передний вес с одной ногой. Ага. Какой хотел бы научиться элемент? Обычный вес, егер и фулл планш. Мощно. И 720. Поехали. Макс, Саня, еще минимум. Так, подъем с переворотом. Крокодил на 180. И последний элемент давай. Ласточка. И ласточка. Окей, есть. Там три элемента. Натяжку чужи похватывай. Да, все, крокодил. Я страхую в любом случае. Ноги там у тебя пойдут. Все, то есть сюда будешь браться. Вот эта рука сюда пойдет. Ай, не совсем, нет. Глебыч, готов? 3, 2, 1. Полет! Хотя бы одну попытку используй в любом случае, чтобы показать, что ты не боишься. Я боюсь. Зачем брать? Ну да, зачем брать? Давай. Бам. Попытайся крокодила тогда. Все равно не упадешь. Крокодил никто не падал. Пра-па-пам. А кто боится крокодила на турнике? И такое бывает с нашими тащерами. Так. Сань, выруби эту. Все, ну давай. Ноги там пойдут у тебя? Как у Сени. Все, давай. Проходи. 180. Так, ну есть, окей. Дальше. Ласточка. Максимально ровная. Держи. Просто четкая ласточка, вообще без вопросов. Все, проходи, молодец. Распаковка для тех, у кого нет магнезии.
Давайте проведем обзор, Ванек. Тяни за ним. Да, анбоксинг. Тяни. Бэм. А что же у нас внутри? Какая комплектация у магнезии? Достаем. Целлофан. Дальше идет бумажка с очень приятным и гладким покрытием. Максимально дорогая. Да, раскрываем. Проверим на состояние. То есть, во-первых, она крошится уже. Но это как бы нормально для магнезии в целом. И смотрим по целостности. Вполне хорошо, хорошо сохранился. А как вам магнезия на ощупь? Нормально держит? Нормально. Держит? Не скользит магнезия? Все, нормально. Значит, магнезия крутая. Соответственно, мы кладем ее сюда и начинаем. Все, все сели, сели, сели. Да, да, поехали. Не боись, я страхую, в любом случае не улетишь. Все, подъем. Главное, крокодила вытащи, ноги там пронесешь. А, так будет? То есть ноги у тебя здесь будут? Давай. Не боись, я поймаю. Давай, тащи повыше ноги. Надо прям повыше забрать, как в луну. Да, 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 и все, резко, прям резко. Нормально, нормально, Ваня, вытащи, давай. Опа. Все, сам, я ничего не делал. И ласточку, главное с ней не косякни. Держи попрямее, не роняй, держи. Держи. Есть, есть. Неужели двое выполнили наши связки? Мы думали, так все будут нас минусовать. А, еще Янчис, Янчис. Ты решил повторить? Да, Янчис. Ты готов? Да. Давай. Опа, есть, засчитано. Ласточку только не запари, ее надо поровнее держать. Опа, с ласточкой не пошло. То есть у тебя минус 2, да? Да. Прошу туда. Массовый флекс, кто готов? Раз, два, три, поехали. Все, 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 все. Сенич просто сошел с ума от такого сумасшествия. Ладно, готовы дальше. Кто следующий? Дамир Багазов. Давай, Дамир, стреляй. Дамир, тебя никто не жалел, поэтому и ты не жалей никого. Я тоже. Да, я там... Как тебя зовут? Арсений. Арсений. Сколько тебе лет? Мне 9 лет. Хорошо. А, как давно занимаешься? Это надо вспомнить, скажи, да? Какой любимый элемент? Горизонт. А какой любимый элемент, который не умеешь? Какой бы хотел научиться? О, мощно. Динамика будет, нет? Сань, Макс, потише. Оп-оп-оп-оп-оп. Держи. Давай. Держи. Далее. Дальше. Еще два элемента. Подъем с переворотом, последний. Вау! Ура, просто вообще жестко. Ласточка на одной, подъем с переворотом. И соскок на 90 градусов вышел. Готов. Поехали. Пониже опусти. Держи. Янчис, вот реально был шанс. Вот если бы ты пониже просто опустил и подержал бы подошву. Там знаешь главное что? Ты в Невеладу перевел. Вот с Невелады просто потом маленько тело опусти и все. Напрягайся, что есть сил. Давай еще раз. Вы смотрите на Саню, а Саня смотрит на вас. Главное постараться. Плавно переводи. Пониже ноги, пониже опусти сначала. Не торопись отпускай. Еще дальше. Вот, теперь аккуратно отпускай руку. Ай! Ну ты вот близок к изучению, но пока что еще не идет. Смотри сам, у тебя еще есть одна попытка. Глеба! Так, ласточка, пониже опускай, Глеб, не торопись отпускать. Заводи прям на ниже еще. Нет, там хорошо. Видишь, когда ноги высоко, роняешь. Так, давай. Заваливай на бок. Да, побольше. Сень, ну неплохо, ты есть вот меня. Наваливаем пух прям. Ты мне говорил, что ты ее умеешь. Куда? У него? Держи. Нет, по-моему, нет. Держи, ноги вместе. Там надо ноги совместить, видишь? Как тебя зовут? Меня зовут Дамир. Сколько тебе лет? Мне 10. Позавчера было. О, классно, днем рождения с прошедшим. Какой любимый элемент? Горизонт. Так, а какой любимый... Ой, какой элемент хотел бы научиться? Ну, который близко. Ну, вообще, вот в мечтах любой элемент, который ты не умеешь. 720. О, жестко. В два раза всех обогнал. Глеба хочет показать просто, как он умеет великолепно делать соскок на 180. Бел. Ну, почти. Уходи.
Уходи, Ромыч, уходи, уже сделал пока что. Два элемента? Так, в итоге что мы имеем? Ванёк, ты сейчас попробуешь еще раз связку? Или показываешь свою? Все, поехали, Ванёк, тащит. Капитанский. Давай. Вау, чешский, седа. И... И задний у нас... Задняя склёпка, короче. Пара-папам. Па-па-па-пам-па-пам. С капитанским проблем нет. Но с чешскими седа, я думаю, появится. Ну давай, попытайся. Голову назад откидывай. Слушай, ну неплохо было бы, если бы еще перехватился. Но в любом случае, две попытки еще есть, можешь использовать. Нет. Саня, за три попытки. Саня, брось. Давай. Давай. Танцуй в капитанском, и проще будет. Не настолько. Но тут сила за... Да, то есть если вы силовые элементы не умеете, скорее всего, они у вас так не получатся. То есть это не получится, как у Макса, сделать за три попытки заднее сальто с брусьев со связанными ногами. Не умею его. Вот, тут силовуха. То есть если Максу даже если завязать ноги, он фулл все равно не сможет за три попытки. Капитанский. Бам. Давай, вытаскивай. Нормально. Двигайся маленько просто, двигайся. Давай, еще, дотягивай. Есть почти. Есть. Ну давай попытаемся, я тебя страхую, не боись. Просто сделай, знаешь, короче, прогиб большой, а потом ноги на себя. Давай, я тебя подержу. О! Ну все, неплохо. Зачем он спрыгнул? А? Зачем он спрыгнул? Отдернуло бы, поэтому что испугался. Ты пока отомстил хорошо. Проверим, на Дамира или месть пройдет. По сути, Дамир чешский седа не умеет. Научишься, будет пушка. Наказание? Не. Малых нельзя наказывать, малых можно только поощрять. Да, старшим наоборот. Так, да, пониже, опусти еще пониже. И на себя, бам. Вот и все, бам, просто бам, с первого раза. Так, а что надо сделать дальше? Задняя склепка, вот это вопрос уже. Нижний хват. Раскачивайся, иди как на чешский, потом таз подними вверх. И рывок. Назад идешь. И оп. Дамир, ну все же правильно было, там надо просто уже строчек. Попозже надо будет тебе сделать задние склепки. Ну давай. Оп, есть. Дальше. Хват меняешь. Раскачайся нормально, раскачайся. Давай. Не-не-не, таз. Как тебя зовут? Ваня. Сколько тебе лет? 9. Как давно занимаешься? 3 год. Какой любимый элемент? Чешский сет. Так, что бы хотел научиться? Егер с русским. Егер? А, с русских. С русских, да? Молок. Садись, минус 3. Ну ты молок. Ты прям хорошо продвинулся. По крайней мере, чешские седа ты научился уже кое-какие. Ян готовит свою месть, потому что у тебя минус 4. И тебе есть, у тебя шанс минусануть кого-то уже. У кого есть минус 3. У тебя минус 3, да? 4. Да, то есть все вот другие выходы, пожалуйста, используй. Давай. Опа, сорвался. Оли нельзя, но перемах никто не запрещал. Следственно, мы можем это превратить в перемах. То есть он просто перепрыгнул и все. А как это считается? Да. То есть давайте, что мы делаем? Выход на 3, перемах. То есть все, что он успел... А, стоп. Что у нас имеется? У нас имеется вторая попытка у младших. Поэтому можешь попробовать. Так он же уже сделал одну попытку. Так, выход на 3. Манки, сет и... Со скока. Импульса не... Нет, импульса по сути можно, до него никто не дошел. То есть импульса практически никого не минусанул, минусанули предыдущий элемент. Все, поехали! Глеба, либо минус 5, либо попытайся. Минус 5 нет,
Дима, я манки не смогу. Сидишь, пробуешь. По сути, смотри, качаешься и просто вот так ноги проносишь. Все, там ничего сложного. Я тебя подстрахую. Просто ноги под две поднес и пытаешься сесть. Импульса ты вытащишь, считай. То есть у тебя реально проблема только в манках. Ногу вот так обратно. Да. Все, качайся спокойно и перекидывай ноги. Ноги две. Раз. Два, прям не боись. Три. Не-не-не, смотри, Сенич, прыгай. Тихо, кто шумит, постелите коврики нормально. Качай. Раз, два, три. Да, сделал, прикинь, молодец. Все, осталось импульса. Жестко, давай. Оп. Все, есть, он справился, видал? Мотивация какая. Глеба решил все-таки попытать себя. Я надеюсь, что он осмелится. Глебыч, Сеня вообще не динамик, он спокойно взял его так вот просто бам и сделал со второй попытки. Так что, а ты-то динамик вообще побольше сделал. Делай уже руки сразу. Вот так, потому что тебе надо, чтобы у тебя спокойно прошли ноги. Двигайся, раз, качайся, раз, два, спокойно проноси. Да, только надо повыше, давай. Выход на ты. Все, Глеба, последний шанс. Давай, соточи уже. Иначе минус 5, это грустно. Сделать все возможно. Наклонись вперед чуть-чуть буквально. Раз, два, три. Давай. Ай, ну манки сделал, но не сел. А наклейку можно? Ну да. Ладно, садись туда, на нашу лавочку. Скоро у тебя будет пачка призов. Так, я минусанул одного через свои манки жесткие, жесткие. Вот, а... Ну давай, Дамир, поехали, проверяем тебя. Манки и импульса. Раз, два. Красавчик. Раз, два, три. Вот это обидно, прям скользишь, да? По сути, вообще турник хорошо держит. Так что домаш магнезий, попробуй побольше. Там... Да, конечно. Так, ну давай, стараемся. Мы все пытаемся сделать манки. Два. Одна. Отдохни, смотри, давай так, я считать тебя не буду, ты делаешь сам. Настройся сейчас, если надо, отдохни. То есть давай. Ну это, Дамир, последняя только. Давай, попытайся, хорошо? Все, готов? Да. Есть, справился. Все, главное сейчас аккуратно с импульса уйти, чтобы тебя проверь, не взрывало. Скользко нет. Попробуй маленько подвинуться, чтобы у тебя вот здесь лебисы было. Да, вот так. Давай, тащи. Есть, справился. Да нет. Смотри. Так, далее, манки идут. А? Не боись, я делаю. Раз, прям смело. Два. Вот, почти, видал? Вообще почти. Давай, сразу вторая попытка стала. Просто две ноги проноси себе. Допустим. Как бы никто не запрещал. Ладно, давай. Главное с импульсом справься. Со второго. Давай. Справился. Все, у тебя остается также минус 3. Соответственно, что мы имеем? Янчи, сядь нормально. Это не культурно сядь. Так, Ян, сколько у тебя минусов? Минус 4. Сеня тоже идет на минус 4. И два у нас пока что лидера идут поровне. Это Дамир минус 3 и Ваня минус 3. Есть. Так, мы маленько можем тоже использовать элементы вот так. Разброс. Далее. А на брусьях можно я колтун делать? И вот такой виз. Что мы имеем, получается? Высокий угол на локтях на брусьях. Затем крокодил на одной, ну там примерно секунды две фиксации было. И передний виз. Ну там передний виз тоже уголком, как вы сами понимаете. Вот. Хорошо, мы начали, пробуем.
вам есть дальше. Так, крокодил. Давай, 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 пытайся руку оторвать. 6D-фильм. Нет. Дамир, давай. Жестко, жестко, есть. Все, давай. Теперь крокодил на одной, постарайся. У тебя он был близок, в принципе. Мне как тоже... и у Ванька. У тебя, Ян, надо это побольше отводить руку. У меня что... секунда была где-то. Чего ты полцелуешь? Тихо, тихо, не отвлекай. А можно лбом касаться? Вот сейчас. Не, касался он. То есть, знаешь, так, нога, 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 нога. С крокодилом главное так же сделать, тогда у тебя будет то же самое. Сядь пониже тоже. Ну да, давай, давай. То есть примерно то же самое было. Весь фиксация. Да, тоже то же самое. То есть мы добились, в принципе, того, что показал Сеня. Это есть. Далее. Здесь все понятно. С уголком у пацанов вообще проблем нет. Главное сейчас с крокодилом разобраться. Давай, Дамир, вытаскивай. Да, давай, ладно, с висом, да. То есть там что-то вот, короче, было примерно то же самое. Да, есть, есть. Все то же самое. Сколько у вас минусов сейчас? Минус 3? Минус 3. Нет, упал. Ян, ты был мощный атлет. Давай, краба. Бам. Вот, так же садись, влево, что ж краба. Бам, почти. Так, далее, теперь мы идем. Кто следующий показывает? Дамир? Что? Дамир, все, давай, месть. Было, будет жестко. Ну, Дамир, давай. Держи прям подошву. Дольше, 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 дольше. Так, горизонт. Дальше, дальше сразу. Угол. На полу. И вытащить. Не смог. Не смог. Ну да, там что-то такое около-около. Сеня, давай. Прикол в том, что горизонт у него... очень хороший. И надо стремиться будет вам к тому же. Потому что с Гариками вы хоть как-то дружите, но надо его прям вот вытащить поровнее. Ясно? Все, давайте, поехали. Сенич, Вань, сюда нельзя, Грека, сядь, сядь, сядь. Вам сюда нажимать нельзя. Пониже, маленько, пониже. Вот ты пока отпустил, ты бы если зафиксировал, это было бы. Смотри, либо может сразу, либо ты. Да, 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 не завышай. А ты идеально. Держи, держи. Вот отдохни, точно отдохни. Вот если бы ты это фиксанул, я бы засчитал. Точно. Ванюк, давай. Подержи, фиксируй, 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 фиксируй. Давай дальше на всякий пока. Уголок, уголок, ага. Держи. И попытайся стой, хотя бы попыточку. Теперь проверяем. Короче, какая ситуация? То есть вот эта вот тройка СВД жесткая, или ДСВ, как вы хотите, неважно. СВД. Вот, Сенич в минус 5 все-таки. Вот, у тебя, у Дамира я проверил, у нее фиксация была 3 секунды, 3.22 что ли, у тебя где-то 1.80. Ты красавчик, краба, быстрого краба. Пам, молодец. Все, давай к этим тащерам, которые были близко, но чуть-чуть не дошли. Все, давайте. Теперь у тебя, да, у тебя последняя попытка, Ванек. Используй ее. У меня есть план. У меня две. Мы две изначально использовались. Я потом проверю, конечно, но по-моему изначально тоже две. Держи, 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 держи. Да. Давай уголок пока дальше, просто продолжай. Я потом проверю. Колени, колени. И стойку попытайся. Бам, да, то же самое. Сейчас проверю по горизонту. Очередной спорный момент, в котором я не до конца понимал, засчитывает ли Ваньку его горизонт. Просто проблема в чем? У Ванька, он как бы держал в сумме, там, секунды 3 были они. Но прикол в том, чтобы у него была книга изначально, и потом она еще искривилась. И вот я поэтому только вот не могу засчитать. У Дамира тоже я смотрел, какие ошибки были. Он, получается, когда держал, чуть-чуть ногой коснулся и опять подлетел. Но опять же, это было ровно. Вот. И за счет этого, ну, Дамир явно здесь выигрыш. И поэтому, Дамир, у тебя пока что минус 3, у Ванька минус 4.
И вот, Иванюк, я так понимаю, сейчас загадывает, правильно? Действует. Да. Время вместе. Время топ-5 ваших комментариев, а помогут мне прочитать та самая пятерка, которая прошла в финал. Сеня, давай будешь первым. Читай. Сейчас вот так сделаем, поудобнее. Я заходил к своему другу и говорю, пошлите в тренинг. Он говорит, там турник скользкий или холодно. Я с него вообще угораю. Блин, мы же типа треним, и мы разогреемся. Мне кажется, ему просто лень. Но приходится одному в тренинг. Плохой у него друг. Нельзя с такими дружить. Как может лениться? Вы что, ребята? Лень — это плохо. Так что, друзья, исправляйтесь. Не, ну серьезно, вот вы на улице, кто из вас занимается, из вашей пятерки? Я. Кто отходит? Дамир? Я занимаюсь после школы всегда. А ты? Я дома. Ну вот, кто как? Я после школы всегда. Вот, так что, на улице тем более, я не знаю, где вы там живете, может у вас реально холодно, но у нас сейчас сколько? -2, -3, при том, что это вечер. Вот так. Ладно, дальше давайте, дальше. Так, Янчик, ты близко. Давай, читай. Считаю, что Паше надо засчитывать элементы, потому что турник для него, капец, какой низкий. Сам его уже рост и понимаю, что к чему. Паха, тебя жалею. Не, ну да, турник у нас такой, как бы у нас тут без вариантов. Мы иногда на улицу выбираемся, но не всегда это получается. Вот. А для вот таких атлетов, которых у нас большинство, турник вообще идеальный на самом деле, и два мата. Вот, они занимаются, и вот как, он нормально, вы же по сути висите, у вас и ноги не касаются, ну, короче, круто. Вот, для, да-да-да. По сути, я, типа, ну, не допрыгиваю, мне вот. Ну, то есть, даже если какой-то элемент делаешь, то он у тебя будет точно засчитан. Так, а по поводу таких больших наших атлетов, которые постоянно светятся в кадре, ну... Будем, может быть, что-то решать. У нас, видите, у нас габарит зала не позволяет, поэтому пока так. Дальше. Давай, Глебыч. Что вас мотивирует? То есть, даже если вы не хотите идти на тренировку, то вы себя заставляете? Так, ну давай, Глеб, ты ответишь на этот вопрос. Почему, вот почему ты ходишь? Что тебя заставляет вообще? Пока Глеба думает, Сеня, что тебя мотивирует? Собственная воля. Ну, меня мотивирует вот это вот, да, то, что я сам хочу заниматься, мне нравится, получается, вот. И меня мотивирует то, что вот получается у моих соперников, ну, как сказать, и друзей, и соперников, вот у них получается каждый раз поднимается уровень, вот. Да. Но если я не буду ходить, то у меня вот как-то сказал. Вот правильно, кстати, говорит то, что если... Получается, когда есть конкуренция, это весело. И вот пока, то есть ты, допустим, решил себе дать отдых, а другой тренируется, и ты уже сливаешься, и ты уже не конкурентоспособен. Как-то так, правильно. Ванек, ты что думаешь? Научиться элементам. Научиться элементам. Тоже круто. Ян, ты? Это круто. Как-то слишком просто. Ну ладно, ладно. Кто следующий считает у нас? Давай, Ванек. Макс, тебя надо разыграть. 100 тысяч подписчиков, и мы разыграем Макса. И он приедет к вам в город, возможно. Посмотрим. Далее, последний комментарий считает у нас Дамир. Давай, если набираешь 100 тысяч, то разыграй немного. Опять тематика 100 тысяч. А давайте, давайте, я не против, честно. Вот если вы сотку прям будете вот так стрелять, рекомендовать друзьям, не вопрос. Может быть... Не обещаю, но может быть даже 100 дневников разыграю. Но это надо прям совсем постараться, прям очень сильно. Вот. И по поводу того, хотите ли вы стать такими же мощными, как эти ребята, либо как наши ребята, которые постоянно в кадре, вот эти вот большие здоровяки, пишите в контакт, в описании, либо в Инстаграм, неважно. Сейчас как раз действует скидка, у вас есть шанс заниматься, где бы вы ни были. А мы поехали дальше. Пока Паха, короче, у нас там перерыв сделал. Ванек, давай, тащи, я сниму. Давай. Ванек, давай. Да, вытаскивай прям, попытайся. Так, есть, есть. Дальше. Ванек, давай. Давай, Ванек, тащи. Оборот вперед. И оборот давай. На локтях. Бам! Жестко, жестко, жестко. Три элемента. Ну, Ванек взял ва-банк и решил все-таки попробовать связку, которую Дамир не факт, что сделает пока что, но Дамир в любом случае будет стараться. Можно давай. Руки помыть? Смотри сам, Дамир. Дело твое. Ты волен делать то, что хочешь. Все, главное выход затащить, там будет проще. Ладно, давай попозже. Давай. Не-не-не-не-не. Спрыгнет. Пока лучше спрыгнет. Объясню.
Не, попытка была, да. Смотри, важно тебе вот, вот такой рывок сделать, понял? Прям вот так, оп, рывок, прыгает. Не просто ноги и не просто в теле, а вот именно прям рывок такой, бам, и на прогиб прям стяжи. Турник еще подтяни, попробуй. Так. Нет, нет. Давай, пробуй. И мама, у них поменьше крылья. Ваня, защи. Нет, нет, все-таки не пошел выход из-под турника. Выстрелил, выстрелил. И теперь смотрите, какой момент интересный. Минус 4, минус 4. Суперфинал, где вы сейчас покажете, кто из вас будет победителем. Так как у Дамира выпала честь быть раньше, чем у Вани, поэтому Дамир сейчас, ему, возможно, повезет. Вот. И он может все-таки, если правильный элемент выберет, то выбить Ванька. А Ваньку надо сделать все возможное, чтобы сохранить это место, повторить и сделать супер-контрудар уже в Дамира. То есть ваша задача сейчас сделать то, что вы друг другу вообще не можете. Смотрите сами, выбирайте, думайте. Шанс на исполнение их два. Две попытки. Поехали. Так. Пошел у нас принц на одну. Далее. Поехали. Гробик на 180 в упор. Соскок на 180. Это очень жесткая связка, которую Ваньку тебе надо выбрать. Ты принц на одну вообще делал? Все, принц на одну справишься, смотри. Ну что, давай действуй. Варик, три попытки используй, прямо вот в талово. Опустись, все, погнал. Тяни, 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 тяни. Давай. Есть, давай, вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай. Давай. Так, передвинь так, руку. Так, так. Держись, 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 держись. Нет, отдыхай. Да вообще нет, по сути. То есть наоборот так и надо было. То есть, смотри, Дамир использует лайфхак небольшой. Я тебе могу его тоже подсказать. То есть он локоть бросает вот этот вот и просто вытаскивает вторую руку. Можешь попробовать. Если чувствуешь, что никак, смотри, не идет, бросай локоть правый и пытайся вытащить вот так. Понял? Пах, короче, решил тоже попытать свой шанс и сделать принц на одну, с которым у тебя были проблемы когда-то. А, Кида Ферза. Или принц на одну. Давай принца на одну идеально. Покажи. Самый низ. Все, поехали. Да, вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай. Нажимай. Паха такой, блин, нет, я из принципа серого выжму, да, Пах? Давай, вытаскивай. Ну да, все, малор, малор. Теперь у тебя с ним проблем нет, к счастью. Бэм. Макс, тихо. Давай. Опустись, главное, пониже не забудь. Самый низ. Все, пошел. Все, поднимай, да, тащи, 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 тащи. Вытаскивай, 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 вытаскивай. Давай, дожимай, дожимай, дожимай. Нормально, близко, давай. Близко, близко. Давай, давай. Да, ну, попытайся. Попытайся выйти. Давай, давай, поближе, поближе, попробуй. Давай, давай, вот. Вторая. Давай, давай, давай. Не, пойдем. Я просто в шоке, я такой думаю, выжмешь и выжмешь из этой ситуации. Это прям, ну, вообще жестоко было. Вань, смотри. Ванёк, тащи. Давай. Все, задрал, давай, потянул, давай. Потянул, потянул, потянул. Давай, давай, дотягивай, дотягивай, дотягивай. Да. Дотягивай дальше. Так, ну что, готов? Все, я страхую. Главное, отмахни со всей силы, это последний шанс. Раз, два, три. Вымахивай прям. Да. Сам, сам. Вот, ей-богу, сам. Давай, сколько на 180. Все, Вань, главное, со сколько на 180, вытащи сам. Ну давай, попробуй, не боись. Тут в любом случае два мата и пытайся. Давай, если надо куда-то постелить, я постелю. Все нормально? Макс. Давай, делаешь, все, это твое будет. Ванек, давай. Давай, тоже. Можно. Пойди. Дамир, давай сначала твое мнение послушаем. Вот просто, вот скажи по тому, что он сделал. Сам, как считаешь? Вот пока я тебя услышу. Чё, ну, ну ты вот как принц считаешь? На одну, конечно, вообще клево. Угу. Он вытянул, вот получается гробик на 180, ну тоже вот. А вот соскок на 180, там он получается, во-первых, с рукой, а во-вторых, он как-то вот так вот. Так, окей, давай, давай пересмотрим, окей. Короче, смотрите, ситуация какая. То есть, ну, в целом, то есть Ванёк справился с заданием,
до мира, ну, половину, да? Вот. Принц, он, конечно, маленько испанский все-таки завел. Сейчас музыку вообще уберу. Испанским завел. Потом гробик на 108 он, в принципе, сделал. То есть я там реально ничем не помог. Если бы я помог, я бы так сказал, что не, Ванек, все, ливанул, ну, бывает. Вот. По поводу со сколько на 180 вопросов больше на самом деле. Потому что, когда ты... Ну, рука еще, оно, ну, полбеды, то, что ты вот поменял, это как бы ладно. Там не сильно она даже влияет. Но вот приземление, если бы было приземление у тебя на ноги четкое, я бы как бы, ну, вообще бы ничего не сказал. Но так как все-таки тебя вот пошатнуло, и то есть встал уже нечисто, и вот, а мы отталкиваемся от выступления Дамира. То есть, если бы он показал с падением, вообще бы, как бы, сразу бы проход дальше. Так что, не в обиду никому из вас, вот, но Дамир все-таки выиграет. Соответственно, Ванек, у тебя минус 5. Но мы можем что сделать? Ты же все равно хотел показать что-то в будущем. Был план какой-то или нет? Давай просто покажешь, а мы проверим, сделал бы это Дамир. Вот, давай, попытаемся. И узнали, помогло бы тебе вот это со скок или нет вообще. Сань, бери фокус. Опа, выход на 2. Вот это бы нормально было. 2 оборота. Окей. Ну, короче, что хотел Ванек тебе объяснить? Ну, да просто мы могли дать вторую попытку, но смысла на данный момент нет. В общем, надо тебе сделать выход на 2, Дамир. Тебе, Дамир. Вот, и 2 бочки вперед. Все, давай, пробуй. Нет, выход на 2, смотри. Одним движением должен быть. То есть, не было, что, знаешь, именно без задержки. То есть, не было, чтобы сила вот такой. Просто выпал. Давай. Там типа вперед идешь. Да. Не скачешь, скачешь. Ну, с небольшим качеством, минимальным. Вот с таким. Ну да, вот такой. Я даже не хочу. Да, ну от этого, конечно, не особо весело, но Ванек, ты бы, короче, минусанул его. Видишь, знаешь, в чем беда? Не расстраивайся. Беда в том, что вот именно везение в этом плане, вот серьезно, потому что, как бы, ну и в силе, как понятно, если бы... то, что у меня было. Сейчас. Получается, если бы у тебя сил достаточно было, конечно, ты бы его, как бы, ну, смог выиграть, вот. Но у вас в данном случае реально на везении. То есть ты бы, Дамир, не выполнил связку Ванька, и Ванек не смог, вы, по-моему, друг друга связки вообще не выполняли, насколько я припоминаю. Вы прям, ну, типа, как-то кардинально отличались в этом плане. И вот, и чисто сыграла та роль, вот какую вы бумажку вытянули. Тот самый момент, где вытянули бумажку, кому-то выпало 4, а кому-то выпало 5. И вот если бы было наоборот, ну, понятное дело. Красавчики! Да, в любом случае, вы молодцы, просто это было так жестко! Топим за этих ребят. Мы сейчас переходим к концовке. Настало время подведения итогов. После всего этого действа, сколько мы тут делали, сколько мы тут элементов видели и связок, пришло время объявить победителя. А победителем является не сейчас. Сано, подает сначала призы. Сначала мы... Слишком круто, уходи. Вот. Сначала мы объявим тех, кто тащил как мог и не расстроился. Молодцы. Поэтому вам огромные пачки призов. Молодцы. Вы затащили. Держи. Держи. И держи. И за первое место. Дамир, поздравляю. Давай, что я тебе могу дать за ту победу? Ну, во-первых, то же самое. Во-вторых, чтобы ты берег свои кисти и держи тебе бинты. Красава. В-третьих, чтобы у тебя было всегда все. Nice. Да, найс, nice, чтобы ты не сходил с турника магнезия. И еще одно, это у тебя будет бесплатная проходка в гимнастический зал. Поэтому поздравляю тебя, ты красавчик, отбей, все. А с вами были кто? Тима Дайни Скул! Всем прогресса, пока!